Здравствуйте, Наталья Алексеевна, меня Елена зовут. Я хочу, чтобы вы мне помогли посмотреть, какие сейчас есть вакансии. Хорошо. А что бы вас интересовало, какая сфера? Вы знаете, я бы хотела в сфере обслуживания поработать. В сфере обслуживания? Посмотрите, пожалуйста. Ну, давайте посмотрим. Ну, вот есть такие предложения. Буфетчик, например, официант, горничный. В химчистку, например, можно. Вы знаете, я хочу вот попробовать химчистку. Химчистку, да? Потому что буфетчица-официант, мне кажется, я еще давайте, не готова. Давайте попробуем. Вы мне распечатаете, да? Чтобы... Давайте я распечатаю. Хорошо. Пожалуйста. А вообще много в сфере обслуживания вакансий? Ну, в общем-то, да. Спасибо большое, Наталья Алексеевна, я попробую. Всего доброго. До свидания. До свидания. Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте. Юрина. Меня Лена зовут. Очень приятно. Евгения Юрьевна, я хочу процесс узнать. Процесс химчистки. Пойдемте, я вам покажу. Пойдемте. Вот это самый интересный цех, где непосредственно происходит чистка одежды. Образование иметь не обязательно, можно научиться здесь, мы проводим учебу, то есть в течение месяца, двух, в зависимости от того уже, какой человек. Сережа. Это рабочий халатик, да? Это рабочий халатик. Здравствуйте, Сергей. Хочу поучиться у вас аппаратчицей химчистки быть. Давайте учиться. У меня вот дочка ходила тут давеча на Алые паруса и залила платье вином. Как вы думаете, можно вот такое платье очистить? Надо вот пробовать. Сначала надо пятно полить химией. Химией. Что, а что это за химия? Вино. Это специально? Танинные пятна убирает, да. Витаминные? Танинные. А. Ну вот мое платье, мы его обработали с Сергеем специальным раствором. Теперь я буду его оттирать водой, паром. Это пар. Но он не горячий, как ни странно. Только я ничего не вижу. Давайте я. Все спуталось у меня. А вообще много вот этих таких бутылочек с химикатами у вас? Ну, считайте, 8 бутылочек. 8 бутылочек. Каждый там, от каждого пятна, там, какой-то от белкового, какой-то от аминного. Какой-то там от жирного. Скажите, из меня получится мастер? Надо учиться. Пока что не очень, да? Ну, естественно, за один день никто не научится. Все, пусть лежит. Угу. Идем дальше, что защищать. Так, а это что? Это вода обычная. Потовые проявляются, если их не видно, водой побрызгаешь, и бывает виден ореол сразу. Дайте теперь я попробую. Попробуйте. В таком расстоянии поливаете пылью. Ага. Потный был, видите, наверное. Появляется. О, да, он, видимо, вспотел. Пока воду не полили, этого не видно. Не видно, видно, да, смотри-ка. Сколько примерно вы за день вот чистите? Штук 200. Штук 200? Да. Подготовили целый бак, да? Все, да, мы видим, это наша готова. Партия. Да. Я повезу. Да. А вы вот так целый день на ногах, да? Да. Ну, пока у меня тут стирается, у меня там запищало. Я туда закидываю, у меня тут вышло. Тут вышло, я пошел туда защищать. Нелегко. Да. Закладывайте вещи туда. Ну, повертелось, завертелось. И что вот там в этой машине? Там растворитель, перхлоротилен. Все, дальше машина все сделает сама. Она потом только запищит, что достаньте вещи. Будем ждать. Ну, где пятно? А нету пятна. Мы, правда, с Сергеем провозились с ним не менее получаса. А здесь еще и более сложные есть процессы, например, чистка пуховиков. Но, как сказал мой учитель, если овладеть этой профессией, без работы не останешься. Она очень востребована в Санкт-Петербурге.